Всем привет, друзья! Рад всех приветствовать на новом обзоре на канале Шестеренка. С вами, как всегда, я, Макс. И сегодня у меня не бардак на столе. Это все для тестирования. А для тестирования чего? Это новый микрофон от компании Комика. Я, кстати, первый раз с ними сотрудничаю. Я очень много слышал о данной компании, но, к сожалению, ни разу не тестировал их продукцию. И это будет первый. Это микрофон VM10 Pro, который подходит как для аналогового, так и для цифровой передачи. Сейчас в этом разберемся. Ну что, друзья, готовы? Давайте начинать! Итак, что у нас идет вообще в коробке? Давайте сразу посмотрим. Вот, все идет вот в таком вот замечательном чехле. Что же находится в чехле? Смотрим. Выглядит внутри чехол вот таким вот образом. Здесь написано Комика Professional Audio Equipment. Здесь можно прицепить ее чем-то. В общем, на комплектацию явно стоит посмотреть, что у нас идет внутри. Естественно, сам микрофон выглядит он вот таким вот образом. Здесь идет регулировка громкости, переключение на аналог и диджитал. Здесь идет диодик, который показывает, когда вы подключаете вот сюда вот в USB Type-C, то, что у вас работает цифровой вариант. И, как всегда, на обычных микрофонах вот здесь вот аналоговый. И, естественно, можно еще подключить наушники. То есть, если вы подключаете через цифровой, сюда можно включить наушники и послушать то, что вы записываете. И плюс еще все это дело можно отрегулировать. Вот такое вот стандартное крепление. Здесь идет резьба, здесь идет зажим для горячего башмака. Вот здесь вот можно его поставить, можно его прикрутить на штатив. В общем, каким образом хотите. Ну, честно сказать, он жестковат. Мне кажется, он ничего не будет сглаживать. Но крепление хорошее, то есть он не выпадет. Здесь на самом микрофоне есть вот такие вот два пазика. Вот видите, туда резинка входит. То есть он не прокручивается и никуда у вас не отвалится. Держится очень неплохо, честно вам скажу. Проблем с этим точно нет. Первый кабель это у нас стандартный. Для подключения его к камерам, к компьютеру. В общем, стандартный аналоговый кабель 3,5 мм. Вот таким вот образом он выглядит. Очень аккуратненький. Дальше идет абсолютно такой же, но уже для смартфона. Вот здесь вот, я не знаю, видно вам, не видно, даже логотип смартфона. То есть вот этот вы засовываете в микрофон, а этот, соответственно, ваш смартфон, если на смартфоне у вас все еще есть 3,5 мм. И, естественно, обычный Type-C, который вы будете использовать, я думаю, чаще всего в данный момент. Дальше идет у нас махнушка. Махнушка одевается, как всегда, вот так вот. Вот такая вот замечательная, приятная махнушечка у нас идет. Тоже с логотипом Комика. Выглядит, ну, в общем, как всегда. Естественно, у нас идет инструкция. И здесь идет какая-то красивая штучка. Комплектация, я вам сразу скажу, достаточно, на мой взгляд, богатая. И цена на самом деле не так сильно кусается. Ссылки все будут, естественно, под видео на официальный сайт Комика на Алиэкспрессе. Так что вы все можете посмотреть. Может быть, что-то подберете другое. В общем, быстренько смотрим все его технические спецификации, чтобы не забивать вам голову. А для чего вот это все я приготовил, сейчас вам расскажу. Итак, смотрим, на чем мы сегодня будем тестировать. Я взял смартфон через обычный Type-C. Дальше у нас идет камера через аналоговый вход, то есть без всяких наворотов, чисто в микрофонный вход будем подключать и слушать, как это выглядит. Дальше у нас идет 11-е GoPro. Через стандартный GoPro-шный переходник, как будет звучать. Action 3. Она должна срабатывать без переходника, то есть напрямую в Type-C. Я уверен, что работать должно. Дальше сравним звучание вот с таким вот микрофоном. Это Rode VideoMic. И, естественно, подключим все это дело и через аналог, и через цифровой к компьютеру и послушаем, как будет записывать с компьютера. Давайте не будем
долго на этом зацикливаться и начнем тестирование. Мне кажется, сейчас проще всего сделать тест именно на смартфоне, так как он стоит уже готовый и ничего подключать особо не нужно. Стоит данный микрофон у меня сейчас на максимальной громкости, автоматически включен Digital, то есть он у меня был уже включен. Включаю в Type-C, включаю сюда. Включаю сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас вы меня слышите через микрофон комика на смартфон Samsung Galaxy Note 20 напрямую через Type-C. Раз, два, три. И смотрите, у меня сейчас подключен наушник, то есть он у меня стоит в ухе, и я абсолютно спокойно слышу то, что я говорю. Это офигительно удобно. И самое, что удобное, после того, как я запишу данное видео, я могу нажать на воспроизведение и, не отключая микрофон, послушать то, что я записал. Иначе вам придется вытащить Type-C, чтобы прослушать звук, ну, через колонки своего смартфона, грубо говоря. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, у нас DJI Action 3. Вставляю в обычный Type-C порт. Сейчас я вам ее специально включу, чтобы вы это увидели. Те, кто смотрел тест моего Action 3, они уже знают, что в углу загорается такая штучка, что типа подключен микрофон. Начинаю запись. К сожалению, у меня нету бокса, на который можно прикрепить этот микрофон, поэтому зажимаю его между пальцев. Сейчас стоит максимальный звук, идет запись на микрофон комика. Раз, два, три, четыре, пять, без всяких переходников, без всего, напрямую на Action 3. Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. Вот таким образом вы будете меня слышать, если подключите данный микрофон к Action 3. Вырубаем Action 3. Что у нас идет дальше? GoPro 11. Я сейчас попробую с дури воткнуть его просто в Type-C и посмотреть, что-то изменится или нет. Но я больше чем уверен, что... Так, диодик здесь не загорается. Соответственно, ничего у нас не произойдет. Что нам нужно сделать? К сожалению, для GoPro вам нужно потратить дофигища лишних денег и купить вот такую вот бандуру. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Это тест микрофона комика VM10 Pro на GoPro 11 через переходник. Не знаю, слышно меня или нет. Раз, два, три. Раз, два, три. Это Макс, канал Шестеренка. Вот чуть подальше. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так вот будет слышно на GoPro. Смотрите, сейчас, чтобы не было каких-то проблем или еще чего-то при сравнении Rode и Комика, я, наверное, подключу к той камере, на которую сейчас я снимаю, чтобы были одни и те же настройки там и там, и камера стоит как раз-таки от меня, я не знаю, ну, 1.5 метра. Я думаю, что это будет идеальный тест того, насколько они работают похоже или хорошо, и вообще вы послушайте, насколько хорошо он работает от камеры. Давайте сейчас подключу. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас вы слышите звук с микрофона комика VM10 Pro. Раз, два, три, четыре, пять. Это канал Шестеренка. Давайте сейчас переключимся с теми же самыми настройками на то же самое расстояние с микрофоном Rode Video Micro. Раз, два, три. Сейчас вы меня слышите на микрофон Rode Video Micro. То же самое через аналоговый вход. Ну, у него другого нет. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Это канал Шестеренка. Так что, друзья, вы можете абсолютно спокойно сравнить звук сами. Итак, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. Сейчас я говорю с вами через микрофон комика, который записывается на стандартную звукозапись. Вот смотрите, я могу сейчас говорить с вами и уменьшать громкость. И опять увеличивать ее. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Итак, с вами Макс, это канал Шестеренка. Теперь я беру стандартный провод. Вот сейчас, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас должно звучать все гораздо громче. Я просто не могу оторваться, он у меня вот здесь находится. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Это аналоговое подключение. Что могу сказать по завершению? На данный момент, вот я сейчас залез на сайт, цена данного микрофона в районе 3000 рублей, что, на мой взгляд, не так уж и плохо, мне кажется. Цена вполне себе нормальная, с учетом того, что, в принципе, это микрофон, по сути, два в одном и подойдет вам практически для всего. Вы слышали сравнение с Rode, вы слышали использование на всех камерах, которые у меня есть. Так что, друзья, уже судить вам. Мне лично понравилось. С вами был я, Макс, это канал Шестеренка. Всем удачи, всем пока!